Пытается. Попытка номер 43. Очень странно, что они в обучение засунули именно его. Тут урон получить можно, пофиг. Главное тут не получать. Так, вот так вроде не проскакивают. Ах ты хреново. Не, можно даже два раза урон получить. Главное не получать его на пятой волне. Тогда будет нормально все. Успеешь отрегенить. Если следовать отработанной тактике, то урон ты и не получишь. Да, и как раз вот... Пока босс появится, пока прилетит, и у вас три щита. Только что же делать с шарами? О! Кстати, может быть вот так и там оставаться? Кстати, я получаю урон один раз. Или мне повезло, что меня не попало? Ай! Yes! Yeah! Всего-то 44 попытки. Оу, май. Блин, 1.40.